Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И у нас событие завершено. Ваша награда 10 сундучков. Замечательно. Да, ребят, на 13 месте я. Я вот не знаю, смотрите, что меня больше всего удивило. Сколько бы я ни дрался, да, я вот 15, ну максимум 15 принцесс я мог спасти. Вот кто мне сможет объяснить, каким макаром здесь можно было спасти 591 принцессу? Каким образом? Я ума не приложу, как? Ну ладно, 591, 605. Ну это жесть. Либо это читеры какие-то, или я не знаю, или чит-коды какие-то. Ну вот, ну 27 я еще поверю. Ну 20. Ну... Вот стандарт 15, смотрите, как многие 15-16. Но 333 или 609, это, по-моему, чересчур уж. Не знаю, не знаю, ребят. Если кто знал какой-то секрет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно было бы узнать, как это вообще реально. Ну что же, мы с вами продолжаем играть. Давайте зайдем сюда, в первую очередь заберем все эти наши бонусы. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Да еще одного сундучка, но у нас этого и так добра хватает. Вы посмотрите, сколько у нас. 15 сундуков. Жесть, у меня денег нету. А знаете, почему денег нету? Я сегодня заработал где-то около 25 тысяч, так, без напряга. И все это слил на кого? На огнеметчика. Кого еще сегодня апал? Рейнджера. Потом, вроде бы, пилу. Ну, не пилу, а берса. Берса, конечно же, берса. И... Так, то ли турель, то ли генератор. Вот, честно говоря, уже и не помню. Но деньги улетают как вода, потому что по 5000 только за один ап. Ну, что такое 20 тысяч? Это буквально на 4 апа. И все. И все. Ладушки. Здесь, ребят, я тоже получил достойное место. Поэтому 5 сундуков я еще отсюда урвал. Так, ну что же, мы с вами... Будем сегодня продвигаться в топ. Я, конечно, думал, что мы заточимся маленько, но посмотрел, сколько у меня денег, и немножечко... О, смотрите, фляга выпала сразу на плюс 3. Это меня радует. О, консервы мне нужны. Сейчас, кстати, напряженка именно вот с консервами. Что за ерунда какая-то? Ошибки за ошибками у меня сегодня вылетают. Ребят, я хотел Assassin's Creed снять для вас. Так игра зависает, не знаю, в чем там проблема. Что вообще с игрой? Интернет вроде бы нормуль, стабилен. Ничего не барахлит. Но не знаю. Попозже зайду, посмотрю, что там. Если ничего не изменилось, то придется опять отложить серию. А так, конечно же, хотел. Там у нас как раз сезон закончился. Демократия. Хотел вам показать, что получилось, что не получилось. Так, давайте мы сейчас все эти сундуки дооткрываем с вами и пойдем на топчик. Слушай, что, у нас только одна фляжка выпала, и все? Больше ничего не дадут нам такого хорошенького, как ни странно. Ну, нам дают порох, нам дают шоколадки, но это все не то. Хм, ага, вот, нам дали клей на плюс 3. Хотя у меня этого клея даже выхлопуху подцепил. Ладно. Ну что, смотрите, ребят, предположим, да, консервов 12, это я смогу 4 пакетика с кровью сделать, то есть 4 апа могу кому-то забацать, плюс 80 таблеток, 75 щеток, 17 радио. В общем, все хорошо, вопрос только в деньгах. Ну, деньги — это дело наживное, нафармим, не волнуйтесь. Скоро у меня, наверное, я думаю, все герои проапаются по полной программе. И тогда будет прикольно. Прикольно играть, когда у тебя все герои. Даже вот эти вот, например, возьмем Кэпа, да? Кэп, ты где у меня? Вот он. Смотрите, ребята, он же у меня не везде на плюс 3. Видите, здесь вообще плюс 1, плюс 1, плюс 1. И здесь. Это все надо стирать и заново делать. Да-да, я хочу, чтобы все герои, абсолютно все, были на плюс 3. Очень много, конечно, времени на это уйдет, но я надеюсь, что будет какое-то обновление. Кто-то мне из подписчиков писал, что они уже что-то планируют,
Ну, опять же, не буду утверждать, слух это или не слух, ниоткуда у него такая информация. Но хотелось бы, чтобы у них действительно вышел какой-то новый контент по этой игре. И тогда мы повеселимся. Ну что же, пойдемте на лигу. Чё, мы тут уже засиделись с вами, да? Лига. До конца у нас остался 1 день 15 часов. Смотрите, ребята, опять, видите, подтупливает игра, думает что-то там. Я на 8-й позиции, давайте глянем на мою колоду. Слушайте, ну нет, нет, не хочу я такую комбинацию. Давайте-ка мы с вами возьмем легкого солдата возьмем. И все, у нас вот такая вот, по-моему, да, командочка всегда рулила. Поехали. И начнем, пожалуй, с низин. Давай смотреть, что у нас из этого выйдет, что получится. А зачем он снайпершу так близко поставил? Это, ну, посмотрим. Так, минус. Да. Вот в чем ошибка, вы видели, да? Взорвался гренадир, и снайперша ее как будто ветром сдуло. Это потенциальный труп. Ее всегда надо вставить назад. Зачем он ее поставил посерединке, я ума не приложу. Так, подожди, а что мы с вами... А, мы один бой с вами. Давай не один, а уж, как говорится, полную череду пройдем. Ого, ого, ну-ка. Минус. Щитоносец оказался у него очень слабеньким. Вы это, наверное, заметили, да? Он не мог моего этого гренадира даже пробить. Тут вообще нулевой уровень. Странно как-то. Гренадир нулевого уровня и в то же время Сонька 14-го. Минус Сонька. Сейчас минус снайпер. Но... Да. Почему-то моя снайперша даже не смогла пробить. Легкий солдат быстрее ухоркал ее. Так, что у нас здесь? Опа, опа. Погоди-ка, погоди-ка, я что-то не понял. А, у него Кэрол была. Все, я понял. В чем проблема, думаю. Кто отвлек моих юнитов? Кэрол скаканула, и они все на нее переключились. Угу, смотрите. Это нынче что, она у нас в моде, я смотрю, да? Минус. Минус. Так, Кэрол, значит. Ладно, хорошо, мы как-нибудь тоже попробуем поиграть ей, посмотреть, что и как, и почем. Ох, как замечательно пошло, а. Двигаемся дальше. Я буду приходить на ваши могилы. Ничего себе он замочил. Это легкий солдат, да, у нас такое высказал? Я буду приходить на ваши могилы. Ага. Оу. Тихо, 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 Вилли. Блин, а мы не сможем его пробить. Хоть он и 10 уровня. Это он еще в защите, по-моему, так? Ну, зомби, ну, завалите вы этого Вилли. Вот это хорошо, что он пошел за тем забарем. Сейчас моя снайперша его и расстреляет. Ну... Да куда ты пошла, дуреха? Она пошла за зомби. Нет. Прям в пачку. Вилли прям в харе, вы увидели? Молодец. А я думал, что она за зомби побежала. Слушай, это Кэрол нам все карты путает. Она причем со спины нападает. Так, что у нас тут? Радио. Так, тихо, 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 тихо. Минус. Давай, снайперша. Отлично. Слушайте, ну довольно неплохо. Смотрите-ка. 8 побед мы с вами заработали. То есть одну всего лишь схватку проиграли. Ну что ж, будем это исправлять уже вручную. Это у нас Бибоп Дэвидсон. Ну что ж, Бибоп Дэвидсон, давай я тебя немножко проучу. Так, вот у него Кэрол стоит. Также у него гренадир. Марины. Снайперша. И кто там? Механик, что ли? Да, механик. Я вижу, у него ключ в руке. Это механик. Хорошо, давай посмотрим, как мы могли проиграть. Тут минус. Ну-ка, снайперша, не подведи меня, радость моя. Ну. Да ёпарасете. Ну как ты могла слиться-то так? Ай, косорылая, косорылая. Хотя прокачанный. А, да, кстати, снайпера я тоже прокачал. До 15 левела. Ну, давай, давай. Давай еще разок, ребят. Я не буду ничего менять, я хочу посмотреть. Ну, сейчас ты сможешь забомбить или нет? Ну вот.
Да, ну тут, конечно, рандом. Чистый рандом. Ну что же, как вы понимаете, ребят, мы с вами добрались до топ-места. И теперь нужно тут просидеть этот час. Ой, один день и 15 часов. Это довольно тяжело. Это нужно периодически заходить в игру, заглядывать, не сбросили ли тебя. А вот то, что здесь 20 бензина накопилось, это для меня очень хорошо. Так, сколько мне еще нужно пройти? Еще 10 миссий, чтобы я получил награду. 450 опыта и 315 золотишки. Хм. Так, кого бы нам, ребят, посмотреть? А давайте посмотрим... Погоди-ка. А давайте просто с вами сейчас поприкалываемся. А, нет, ее нельзя брать на лигу. Все, я вспомнил. Я все время хочу ее взять на лигу и протестить. И вспоминаю об этом в последний момент. Что ее нельзя на лигу. Хорошо, давай возьмем Кэрол. Я хочу посмотреть, что из себя представляет на лиге Кэрол. Так, колода. Ну, предположим, мы уберем легкого солдата и берем Кэрол. Где же ты, Кэрол, где-то? Вот, мы ее поставим, ну, сюда. Интересно, она отсюда достанет, нет? Просто проверим. Так, погоди-ка, я... Блин. А если я в бой, то мы начнем всех шурудить. Ну, давай тогда вот здесь вот проверим. Фиг с ним. Какая нам разница, да? Давай-ка посмотрим, как она вот вообще себя ведет. Зомби без руки бегут, бегут. Видите, как будто руки обглоданы. Куски висят, мясо. Вот смотри, вот выпускаю я Кэрол. Ага, вышла и... Опс, опс. Ну ничего себе, бомбит-то она, нормуль. А вы представляете, если ее прокачать? Это будет вообще хорошо. Да хорош, Кэрол, успокойся, ё-моё. Блин, она сейчас мне пробьет баррикаду. Эй, Кэрол! Кэрол, успокойся, блин! У ней бочки-то нету. Ну хоть кто-нибудь там, заденьте ее, бомбаните. Есть, отлично, хорошо. Так, ну что, нам надо вызывать еще одного Аустина. Может быть, накопим с вами... Воу-воу-воу-воу, побежала, побежала. Куда, радость моя, бежишь? Ха. Ой, Аустин слишком близко к зомбарям. Я боюсь сейчас... Тихо ты, ты куда встал-то, я не могу понять. На, влобешник. Что-то как-то фарм-то не идет у нас, смотрите-ка. С чего это? Вот, 12 монет. Слушай, кисло, кисло идет, я вам скажу. Такого не должно быть. Ты посмотри, а может быть они урезали что-нибудь, а? Ведь такое может быть. Буквально сегодня еще фармил. У меня 3 Аустина за уровень набирали по 1500. А то и 1800. Ну а тут что-то вообще кисло. Хм. Ладно, будем, как говорится, ссылаться на Гринча. Он виноват, он украл Рождество. Он украл настроение, он украл же и везение. Ну, давай, пробиваем. Слушай, кто у меня будет баррикады бомбить? Кэрол, что ли, получается, да? Только она. Марины же мы убрали отсюда, ну да. Надеюсь, она... Ну, в принципе, тут должна она успеть. Не так уж и много здоровья у баррикады. Ну что, 1122, а вот уже и отсчет пошел до волны. Я выпускаю. Давай, давай. Смотрите, она, главное, еще в наушниках. Деловая девчонка. Да ты давай, блин, баррикаду бомби. Вот, пошло дело. Черт, она успеет хоть? Что-то сомневаюсь. Не, успеет, должна успеть. Все, замечательно. Ну что, я думаю, что смысл прокачивать Кэрол есть. Не знаю, как насчет ПВП, но в ПВЕ она довольно хорошо жжет. Особенно вот против таких вот слабеньких зомбарей. Так что есть смысл
Ну что, дорогие мои друзья, мы на этом будем с вами, наверное, закругляться. Будем обязательно ждать новых каких-то ивентов, новых каких-то заданий, героев. Естественно, топовых мест. И увидимся уже с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Ну а на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. We'll be right back.